Добрый день, дорогие друзья! Снова с вами я, Шалкар, компания Arbat Homes, и это Солнечный Мельсин. Сегодня мы с вами поговорим о здоровье, о медицине и какая она здесь бывает. Сегодня мы вам покажем, что такое частные больницы и что такое государственные больницы. Мы немножко приоткроем для вас тайну неизвестности, а также некоторые даже покажем лично для вас. Говоря о здравоохранении в Турции, перед тем, как мы подойдем к разделению на частные и государственные секторы, хотел бы сказать, что государственных больниц в Мерсине есть одна огромная больница, называется Мерсин Девлет Хасанеси, государственная больница Мерсина. Также есть в Эрдемли, в Селивке. А что касается районов, как нам туда обращаться? В каждом районе есть пункты обращения, куда вы можете прийти, не дай бог, конечно, если вы себя неважно чувствуете. Вас осмотрят, порекомендуют, но если что-то, опять же, не дай бог, серьезно, вас отправят в больницу. Мерсин Девлет Хастанеси, государственная больница Мерсина. Находится в центре города, очень большая, многопрофильная, предоставляет большой спектр услуг. Более 15 лет назад в Турции произошла медицинская реформа, и теперь все врачи работают строго по протоколу. Для них действительно важна человеческая жизнь, и они заботятся, берегут ее. Каждый год здесь врачи летают на повышение квалификации, и почти каждый доктор говорит на английском языке. «112» – это общий турецкий номер для вызова скорой помощи. Как я упомянул ранее, если вы себя неважно чувствуете, в каждом районе, будь то Тедже, Томюк, Арпач-Бахшиш, Каргапанаре, Чишмели, Мезетли, везде усыпаны небольшие такие, так скажем, киоски, кабинки для пунктов приема граждан, куда можете обратиться и рассказать о своем самочувствии. А сейчас мы находимся не в Мерсин Девлет Хастанеси, не в Эрдемли, а это Emergency Service или на турецком Acil Service, или же по-нашему реанимация, скорая помощь при университете Мерсина. Тут есть большой медицинский факультет, в котором и есть, собственно, эта больница. Это прекрасное место, красивейшее, находится на кампусе университета города Мерсин. Именно здесь расположилась больница Мерсинского университета. Это большой факультет, который еще обладает своей лабораторией. Здесь лечатся разного рода болезни, например, онкозаболевания, кардиососудистые. Здесь, кстати, тоже есть хирургия метаболического плана. Интересная вещь. Здесь вы можете сдать анализы и через 3 часа уже получить результаты. Заборы крови происходят мгновенно, быстро. Здесь новые технологии, новое оборудование, и врачи, естественно, ведут свои личные исследования. Про Мерсинский университет мы поговорим отдельно, а про его факультет медицинский, который обладает больницей, почему-то обходит стороной. В нашем видео мы сегодня решили показать именно его, потому что Мерсин Девлет Хастанеси, то есть государственная больница Мерсина, или же Селивке Хастанеси, или Эрдемли Хастанеси. Об этом есть уже много материалов в сети, а это прекрасное место, помимо эстетического наслаждения, еще и может подарить много кому здоровья. Что касается частного сектора, об этом мы сейчас поговорим. В Турции их очень много, и Мерсин не исключение. И сейчас как раз мы находимся у той самой знаменитой больницы Medical Park. Нам, честно говоря, повезло, что здесь, в городе Мерсин, есть эта больница, потому что это целая сеть больниц по всей Турции. Medical Park – это частная больница, которая здесь расположилась на 36 тысячах квадратных метров. Здесь есть отделы нейрологии, детской хирургии, детской кардиохирургии. Здесь можно принимать роды, роды в воде. Здесь даже есть, представьте себе, метаболическая хирургия. Честно говоря, я слышу это впервые, но здесь это есть. Кстати, в Medical Park ни в коем случае это не реклама, это действительно здесь существует. Здесь работают одни из самых лучших докторов во всей Турции. Они все, естественно, уровня PhD, то есть докторской, и все говорят на английском языке.
Сюда вы можете обратиться в любое время дня и суток, и здесь у вас примут как по страховке, так и просто без страховки. Неважно, имеете ли вы гражданство, вид на жительство или нет, вам всегда помогут, но, конечно, придется заплатить все-таки кое-какую-то денежку. А сейчас мы проехали всего пару минут от того медикал-парка на восток. Это Университетская улица, и это тоже частная больница. Называется она Ортодоу Хастанеси. Хастане – это на турецком, как вы поняли, больница. Здесь тоже есть большой спектр услуг. Это, напоминаю еще раз, частная поликлиника. Здесь очень много отделений. Кстати, однажды я здесь был. Впервые, когда я побывал в больнице в Турции, это, собственно, она и есть. Была очень небольшая легкая процедура. Мне очень понравился персонал, очень понравилось, как со мной разговаривают и относятся ко мне врачи, доктора. Все было очень-очень даже хорошо. Рекомендую, это личная рекомендация. Рядом тут очень много эчзане, то есть это аптеки, можете посмотреть. Ставочки будут тоже в видео. Вообще в городе Мерсин, да и вообще во всей области Мерсин, очень много частных больниц. Вы можете сами выбирать, какую вы захотите посетить и какой спектр услуг для вас больше всего подойдет. Очень много выбора, и все зависит от вас. Качество, как я уже говорил в начале, на высшем уровне, все соответствует лучшим европейским стандартам и строго выполняется по протоколу. С вами был Шалкар Арбат Хомс, и это солнечный Мерсин. Будьте здоровы, дорогие друзья!